Вот начинаем делать эксперимент. Это наш антилипидный чай. Завариваем его. То есть проверяем свойства антилипидного чая. Как она работает для нейтрализации среды. Так, вот и завариваем. Так, дальше. Вот 2 стакана воды. Это йод у нас. Так. Вот она, кислая среда нашего организма. Так, сейчас. Это обычный ротом вермишель, то есть то, что мы едим. Вот видите, организм вот точно так же загрязняется у нас. Его простой водой не отмыть. Видите, никаких изменений. Так, теперь давайте посмотрим, как работает наш антилипидный чай. Видите, одно погружение, и она полностью очистила наш организм. Так, теперь... Этим же антилипидным чаем давайте вот так нальем просто, насколько изменится наш среда нашего организма. Видите, какой цвет уже? Пожалуйста, результат. То есть это говорит о том, что наш чай, пусть это будет антилипидный, пусть это будет тенфен чай,